Между собой спорили неторопливый верблюд и, опять же, хитрая мышь. Кто из них первым солнце увидит? Мышь забралась верблюду на голову и победила. Один из вариантов этой легенды записал Махмуд Кашгари. Тюркскому хану захотелось узнать дату войны, что случилось задолго до его правления. Год сообщили неправильный. И чтобы впоследствии путаниц не было, он его сжелал назвать годы по имени животных, переплывших реку времени. Существенная деталь – по версии Махмуда Кашгарского, звери переплывали не Катунь, а Или.